блять, вставай уже, тюлень ебаный, сука. Если бы не Мона, я был бы мертв. Или нет, я уже не знаю. Знаю лишь то, что Голливуд сделал меня черным. Сейчас так модно. Рано или поздно она разбудит меня, чтобы попросить о том, чтобы я закончил то дело с выпавшей из самолета женщиной. Но я постараюсь полежать как можно дольше. Я устал. Уж лучше я посмотрю прекрасный сон, в котором я еще белый. Где солнце, песок, есть красивая женщина. Даже очень красивая женщина. Вставай, заебал ты, ебаный шашлык! Жена, признаюсь, я однажды Моне вдул. Ты чё, ебанутый? Я и есть Мона! Я предпочитаю трансух. Блин, ну и как же этого пельмени ебаного в чувство привести? Пойду что ли переоденусь. Переоденусь во что-то более удобное! Да мне насрать на удобного. Мадам, я готов. Есть! А, ты проделала. Ну тогда я спать. Черт, мне нужен настоящий детектив. Он уже здесь! Меня зовут Роман Бутылка. Меня и моего коллегу привлекло в этом деле то, что оно очень похоже на то, что мы уже расследовали ранее. А именно... Представьте себе, однажды мы тоже обнаружили труп, который выкинули с самолета. Применив свою жигулевскую дедукцию, я понял, что жертва была пилотом. У пилота украли самолет и самого его выкинули на корм людям. Учитывая, что два эти дела очень похожи и в этот раз я не особо пьян, я думаю, в этот раз мы сможем его распутать. Хорошо. А что вы читаете? Это материалы по делу? Да нет, конечно. Дело в том, что это личный дневник моего коллеги Яичкина. Он не особо-то торопится рассказывать мне о своем прошлом, я практически ничего о нем не знаю. Но в этот раз пришло время, скажем так, разбить скорлупу Яичкина. Кстати, самое-самое интересное. Ё-моё, такого я никак не могу. Ах ты, сука! Как и все плохое, что началось в моей жизни, это началось со смерти женщины. Бля, да заебал, вырубись. Господи, валим! Ёб вашу мать, никак не дадите отдохнуть! Сука, то поджог, то другое, то третье, блядь! А чёрт, забыл одежду! Я не буду мстить. Я не буду повторять ошибок. Я смогу убежать от себя. Я смогу. И в этот самый миг я конкретно охуел. Я все это время пытался сбежать от самого себя, но это невозможно. Но вернулся в эту же самую квартиру. Я возьму оружие в руки и убью их всех. Thank you.
Когда стандартные мувисные сцены экшена наконец закончились, я отправился в бар. Я перебил весь город, и на какое-то время здесь было спокойно. Никто не мог меня взять. Рано или поздно они доберутся до меня, но мне уже все равно. Здравствуйте. Дайте мне, пожалуйста, водочки с коньячку. Сейчас, подождите, я дам вам водочки с коньячку. Вот, держите вашу водочку. Спасибо. Всегда любил мультики. Капитан Бейсбольная Бита был моим любимым персонажем. Вскоре Макса Пейна распяли, и он умер. Но я не хотел рассказать вам о его смерти. Я не хотел показывать в этом фильме, как его 2,5 часа пиздят. Я хотел рассказать о его жизни.